Приветствую вас, Лиза. Я бы сказал, что есть элементы любовной зависимости у вас, потому что вместо присутствует ломка, когда вы не видите человека любимого. Я бы сказал, что вы недооцениваете себя. Я бы сказал, что имеет место быть некое обесценивание себя, имеет место быть некое такое пренебрежение собственными желаниями, недоверие себе, потому что через семью вы пытаетесь компенсировать данный негативный элемент, и, соответственно, здесь нужно разбираться, например, вот вы говорите, что не лежит душа к учебе и там специальности. Как-то вы все это выбирали, как-то вы все к этому, ну, вы как-то к этому всему пришли, и надо определиться, потому что в противном случае вы рискуете быть достаточно сильно зависимы от того же вашего мужа и от той же семьи, и будет копиться неудовлетворенность от как раз таки отсутствия собственной реализации, отсутствия возможности реализоваться. Вот. Это довольно серьезная проблема, поэтому пренебрегать ей не стоит. Вот. Итак, что для вас замужество? Это первое. Из-за чего появляется ломка по любимому человеку? Это второе. То есть, что из себя представляет ломка? Для чего вы хотите замуж? Что для вас значит быть замужем? Что значит для вас семейная жизнь? То есть, вы говорите, что у вас лежит душа к семейной жизни. Что это значит? Дальше. Это для вас важно и ценно? То есть, что по большому счету вы представляете себя как личность сами по себе. И если вы тяготеете к другим людям, то на каком основании? То есть, вы тянетесь к другим людям, как бы тянетесь опереться на них, тянетесь переложить ответственность на них. На каком основании это происходит? Это тоже очень важный момент для того, чтобы его разобрать. Отсутствие специальности учебы, следствие отсутствия ценностной системы у вас. То есть именно вот ваши собственные ценностные системы составляют ценность. Семья не может быть ценностью, потому что, имеется в виду, ваши собственные ценности не может быть, потому что связано с людьми, во-первых, и во-вторых, никак, в общем-то, вас не раскрывает именно как личность, а ценность — это всегда больше про личность. Вот. Кроме того, в семью нужно что-то приносить, в семье нужно что-то отдавать. Если не развиваться как личность, то отдать семье вы вряд ли что-то сможете. Вот. Такая вот история, это основное направление психотерапии. Выбирайте себе специалиста и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.